всем привет. Это у меня спрашивали, что трактора возят. Это шипу. О. У нас котельные топятся на местных видах топлива. Это друган Серега на своей ракете. Так, у него прицеп как уходит, платформа, и вроде ничего не перекошено, меняли раму, после того стало так в бок ходить. Также его опускается, опустится до первого штока и все, останавливается. Надо ехать. Эк, на тракторе пахал, так не стеснялся. Серега, друг, всю жизнь трактористом проработал. Так что спокойно ему доверяю трактор. Он сразу после училища начал на тракторе работать, потом после армии. Вот теперь надо ехать, чтобы начал цилиндр опускаться. Ну, вроде бы пошло. Так вот не знаем, толку не доберемся. И рама не перекошена, и платформа не перекошена. И цилиндр меняли новый. И вот после этого так и стало. Ну, блин. Ну, у нас еще пару мазов оборудовали мусоровозы, вот перевозку шипы. Поздоровались с Ютубом. Мужики фигачат и выходные. Другой раз допоздна работают, но такая работа. Вот
Потом Амкадор приезжает, подталкивает, там транспортеры стоят, и подача прямо в Катву идет. И вот то, что шипа сырая, так пара много. А так дыма не очень много от шипы по сравнению, как углем, мазутом топили. Но это вот белый, там больше пара получается. Таким образом дробится шипа, вернее, бревна на шипу. Этот трактор я уже показывал несколько раз. В прошлом году ремонтировали его, подшипники на промежутке рассыпались. Он и заклинил, а где ты его проверишь двигатель? Он поглядел внутри. Охереть, подшипник с пластмассовым сепаратором. И он там жбегли шарики. Ну вот показываю, что в основном его работа это со шипой, с дробилкой с этой. Может, из-за этого подшипник туда. И его потом еще меняли один раз. Нагрузка, дай-ка. Толстые не кидаешь, что ты только тонкие такие, да? А это мощнейшим старая, да? Или такая самая? Смотри,
тренажа больше. А, больше? Нагрузка больше. А штукнить мотор? Это и подшипник выдержит. Да ж ты уже два раза менял, да? Да. Ну да. Что, зубило газон есть. Его. Мас лес привозит. Такая работа. Еще вам одну дробилочку покажу. Но это уже прицепная, и двигатель на ней стоит. Это уже серьезный аппарат. Рус 1221.3. Уже на них клеенные окна и лобовые идут. Такое видео, такая работа. Всем спасибо за просмотры. Всем мирного неба, здоровья, удачи. И до новых встреч.